Ну вот такой вот отель Сохна. Отель Мавенпик. С чудесными горами. Жарко, правда, сейчас. Но хорошо, море теплое. Классное Красное море. Пляж небольшой, но вполне там лежаки, шезлонги, все есть. Потом пойдем на ужин сходим, погуляем, поработаем, еще погуляем. Очень красиво, зелено вообще, круто. Девчонки нас, да, вытолкнули сюда отдохнуть. Народу нет. Все местные тут отдыхают. Там вон главный корпус, где на фуникулерчики довезут. Не, этот поезд такой приедет, заберет нас на ужин. Далековато идти. Вон еще на пляж можно будет сходить.